Друзья, всем привет! Сегодня нашел у себя в кошельке вот такую вот штуку. Бесплатную тренировку фитнес-студии Черника Фит. И уже договорился с тренером, что сегодня приду к ним на тренировку. Посмотрим сегодня изнутри, как выглядит фитнес-студия Черника Фит. И смогу ли я выдержать эту тренировку? Я никогда раньше не занимался подобной деятельностью и никогда не был на групповых занятиях. Для меня это будет что-то новое, поэтому поехали! Сегодняшняя групповая тренировка усложняется тем, что я только что закончил свою лифтерскую тренировку. У меня был сегодня присед. Не знаю, насколько я готов сегодня выдержать эту тренировку, но откладывать уже некуда, поэтому едем. Сказать, это ужасно. Это ужасно, не ходите. Нет, ужасно, это ходите. У меня расход почти 900 калорий. 900. О, кстати, как ты сегодня в обед съел, наверное? Не, я в обед, ну, 1500 за два раза это. Очень сильно недооценивал это, пока не попробовал. И многие говорят о всяких там, функциональном тренинге, всякой ерунду. Придите, попробуйте и посмотрите, ерунда это или не ерунда. Видите ли, да? Можете ли вы это выдержать на самом деле, особенно парни. Посмотрите, одни девушки только в зале, одни девушки ходят на пилатес, на... Как вот это называлось, что мы сейчас делали? Силовая тренировка. Силовая тренировка. Приходите, да, на пробную тренировку бесплатно. Вот такую штуку. Можете у меня взять, у меня такая еще одна есть.
первое впечатление, блин, это очень круто, на самом деле. Конечно, не под те цели, что я сейчас преследую, набрать массу. Но это будет очень круто для тех, кто хочет скинуть лишний вес. Дополнение к основному. А основное у нас, как мы знаем, это питание. Сначала питание, потом тренировки. И вот такие вот именно тренировки, как сегодня была, она очень круто подойдет. Так, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И до самых скорых встреч, друзья. Пока!